Сайк, скажите, пожалуйста, по-вашему, что такое победа Израиля? Вот что это будет и что это должно быть? Признание того, что Израиль имеет право на существование, что Израиль есть, израильское государство есть, будет и будет навсегда, что вот я думаю, что это самое главное, да, что вот Признание Израиль есть и будет, вот это есть самое главное. признание Да. кем? Признание всем. Ну, в первую очередь, всем мусульманским миром, и Иран туда входит, да, всем мусульманским миром, да. Ну, и, конечно, признание теми лидерами партий, пусть они будут миноритарные, пусть они будут всякие, какие хотите, потому что сегодня они миноритарные, а завтра они не миноритарные, а уже парламентские, да, я даже про Европу говорю, чтобы было сказано раз и навсегда: Израиль есть и будет, точка. Вот это есть победа Израиля. Тогда Израиль может реально, реально немножко вздохнуть спокойно. Да. Потому что если жить от войны до войны, то ясно дело, что 92% тревоги – это в самое плохое время. Значит, самое хорошее время – это 70% тревоги. Да, но это тоже не радует. Да, поэтому вот я думаю, что это самое важное. Да, потому что пока есть люди. Вот смотрите, я даже читаю, я читаю высказывания американских бывших политиков. Поверьте мне, это правда. Афроамериканки. Я забыл, я хотел распечатать ее статью, но я, в общем, это была новость, опять в Jerusalem Post. Вот она бывший сенатор, она афроамериканка. И вот она пишет, что евреи там убили Христа, что самый великий миф на этом свете, потому что никакого Христа, никакой Иуда не убивал и не предавал, и вообще ничего этого не было. Да, я даже в следующей программе могу вам книжку показать, которая очень хорошо написана, она очень такая маленькая, ее написал очень известный израильский писатель Амос Оз, да, который уже покойный, но он реально, он писатель очень либеральный и продвинутый. И он написал эссе про почему Иуда не предал Христа. Она просто великолепно написана, великолепно аргументирована. Но бог с ним. Да, так вот это вот афроамериканская, бывший сенатор Христа, там, что мы евреи, там, капитал, ну, все вот эти сионские мудрецы, да, и вот все это. Это еще кипит в головах, это еще есть в головах. Да? Это, ну, почему? В России есть абсолютно, абсолютно открытые, совершенно антисемиты, которые, между прочим, считают, что война в Украине – это огромная ошибка и преступление Путина. Да? Я могу сказать, там, по-моему, Борис Миронов его зовут, да, он был при Ельцине, он возглавлял там Министерство печати, что-то в этом роде, да, вот, и у него тоже много публикаций на тему, вот, почему евреи разрушили мир, и они там говорят, там, Октябрьская революция, вообще там все, Троцкий, Каменев, Зиновьев, Свердлов и так далее. И можно продолжить эти еврейские имена. Ну, вы понимаете, то есть, ну была черта оседлости. Ну, да. Люди считали себя людьми второго сорта. Да, и чтобы выбраться из этого вот состояния, ну ладно, люди начали революционную деятельность. Ну окей, то же самое можно сказать о палестинцах тоже, да, но нельзя абсолютно никаким образом оправдывать или даже вот одним словом обмолвиться насчет того, что они сделали буквально несколько дней назад. Да, то есть это вообще ума. Это не входит, это реально, это человеческий ум сегодня не в состоянии это переварить.
Я, вы знаете, вот, чтобы пойти к другим еще темам, я вам хочу одну цитату нашим зрителям зачитать. Израильский пластический хирург Рон Азари, занимавшийся сортировкой тел израильтян, которых привозили в военный лагерь Шура, недалеко от города Рамлы, сказал: «До вчерашнего вечера я думал, что видел все. Это были нечеловеческие зрелища, в это было просто невозможно поверить. Количество тел погибших колоссально, их привозили в рефрижераторах для еды. Террористы минировали тела, чтобы тот, кто придет спасать людей, подорвался вместе с ними. Они пришли просто издеваться, убивать и еще раз убивать. В одном из грузовиков были разные тела младенцев и детей. Эти фотографии должны быть опубликованы. Одна подобная фотография прояснит миру, с кем мы имеем дело». Ну, знаете, я совершенно вот с этим мнением согласен. Одна фотография может изменить очень многое. Если вы помните Вьетнамскую войну, это фотография падающей вьетнамской девочки, да, от выстрела американского солдата. Эта фотография реально изменила очень много в сознании американцев и европейцев и так далее. Да? То есть вот фотография может сыграть очень большую роль. Это верно. Фотография потрясла Ангелу Меркель, когда она решила открыть границы для 1,5 миллиона сирийских беженцев. Одна фотография выброшенного из моря сирийского мальчика, да, то есть, ну, естественно, уже не живого. Да, то есть эта фотография ее просто, ну, понимаете, она привела к тому, что вот она взяла и открыла границы, к очень серьезному политическому решению. Фотография – это сильно. Да, ну вот. Савик, что бы еще сказать, Летя, я не знаю даже, что сказать. Знаете, я хочу перейти к нашей войне непосредственно, потому что у нас тоже, да, есть и такие новости, да, есть и хорошие новости, но и... Есть и не очень, потому что вот в частности последние дни очень-очень запекли бои, ну, горячие бои идут в Авдеевке. И более того, сегодня украинская официальная власть уже опубликовала данные о том, что оккупанты, российские оккупанты употребляют фосфорные бомбы. Это, кстати, по поводу того, что он там видит, как-то не очень спешат на это реагировать. То есть абсолютно запрещенное оружие. Вот сейчас там украинские военные держатся, сражаются, не сдают позиции, стоят, но реально очень тяжело. Россиян там очень много, и они пытаются пойти в контрнаступление. Да, да, россиян очень много, да, их военно-промышленный комплекс, он, в принципе, конечно, работает более эффективно и быстрее, что самое главное, чем украинское, и их совершенно не волнует уровень ума той или иной ракеты. Да? И она дура, ракета дура, летит, взрывается, летит и взрывается, да, и убивает, все равно убивает. Да? Поэтому они их производят серийно. Ну, я не знаю, сколько сейчас они производят в месяц, но производят серьезное количество. Поэтому, конечно, они будут прибегать к все больше и большему террору в Украине. Да, это не... Мы понимаем, что зима ждет нас тяжелая, и наши официальные уже органы говорят о том, что давайте, кто не запасся генераторами, фонариками, аккумуляторами, то запасайтесь. Россия накапливает и снаряды, и дроны. И сегодня выступила с такой же информацией британская разведка, сказав, что Россия готовится, и с наступлением холодов 100% начнутся очень массовые атаки россиян на украинскую энергоинфраструктуру.